Всем добрый день! С вами гроссмейстер Карина Амбарцумова. И сегодня у нас такой вот неожиданный стрим. Игра со зрителями. Я решила немножко поиграть. До 4000 не ждать, потому что медленно-медленно набираются подписчики. Поэтому сегодня поиграем. Кидайте свои вызовы на личес. Мой ник, нейм, я думаю, вы знаете. Карина Чес 1-1. Вот, и сегодня поиграем. Чуть-чуть пораньше начали стрим сегодня, потому что потом у меня занятия, и решила чуть-чуть пораньше начать, чтобы сыграть больше партий. Вот. Поэтому скидывайте вызов, скоро начнем. Так, да, здравствуйте, приветствую вот первых зрителей, которые подключились. Надеюсь, что сегодня людей будет побольше, чем в последнее время. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, на этом тоже, да, у нас запустился? На Твиче? На Твиче у нас тоже все запустилось. Вот, все работает, отлично. Ну что, сейчас прямо сразу начнем. Вызывайте на товарищескую партию. Ну, максимальный контроль, я думаю, 3 плюс 0 или 2 минуты с добавлением. Вот, не будем растягивать, как бы, потому что хочется сыграть с большим количеством людей, да, чтобы у нас не было... Те, кто обижается, что с ним не успели, поэтому так. Вот. Напомню также, тот, кто скидывает донат, с ним буду играть вне очереди. Так что, кто хочет сразу сыграть, не ждать, можете поддержать мой канал. Ну, давайте вот первую партию сразу начнем. Пур-газ. 2 плюс 2 вызвал меня на игру. Так, давайте сыграю шотландский гамбит. Слон c4. Посмотрю, как соперник здесь ответит. 0-0. Сыграю рокировку. Готовлю ход e5 где-то по центру. Вот, ну если соперник побьет на e4, то сыграем гамбит Нахмансона, который я на своем канале анализировала. Попробуем проверить соперника, что он там будет делать. Вот. Также приветствую всех на Твиче. Hi everyone on Twitch also. So I'm reading messages on Twitch also. Задумался соперник. Да, ну у нас 2 секунды добавляется, хотя, в принципе, уже достаточно долго он думает. Но здесь самое принципиальное, конечно, бить. В принципе, потому что Е5 белые хотят подвинуть в центре и... Это будет крайне неприятно для черных. Белые захватят здесь пространство, и это такое дело. Может быть, опасное. Нет, не стал все-таки он бить. Пошел так. Ну, здесь я могу назад пешку просто свою отыграть. И получаю очень-очень сильный центр. Да, вот за счет пешки Е4 напротив пешки d6. То есть спокойненько сейчас развиваемся. h3 можно пойти, слона на f4 вывести. H3 делается ход, чтобы на коне H5 всегда было поле H2 для слона черных. Чернопольного слона, извиняюсь. Так, B5, насколько это вообще неприятно. Но можно H4 пойти, чтобы вообще не дать черным здесь какую-то игру. Так, B5. Нет, B5 не пройдет. Слон F4 пока вывожу. Саша, ну на самом деле нет, просто многие писали, когда будет игра со зрителями, что-то у вас давно игры со зрителями нет. Ну я подумаю, что да, 4000-то ждать еще может быть долго, а люди хотят сыграть, поэтому почему бы и нет. У меня нет цели, как бы просто там всех обыграть и порадоваться, нет. У меня такой цели нет, у меня цель... чтобы вам было интересно, и немножечко покомментировать партии. Может быть, вам это будет полезно, потому что, в принципе, одно дело вы просто смотрите за игрой, за моей или за чьей-то, а другое дело я комментирую партию против вас. Ну, здесь очевидно, что у белых пространственный перевес достаточно серьезный, поэтому тут планов очень много, да, вплоть до f4 и e5. Но самое простое, думаю, сначала ладьи по центру поставить, и потом Е5 проводить. Потому что здесь уже ситуация будет крайне неприятная. То есть Е5 уже угрожает. Идти на пролом можно.
Потом ладья Е1, можно вообще без ладья Е1. Так, а в принципе ход Е5, ну он, наверное, коня будет убирать, ему что остается, да? Давайте Е5 ходим, потому что на это я так беру и теряется потом слон на D7. Вот, поэтому конь вынужден будет отходить. Hello, hello, hello. Nice to see you here. Hi. Так, и конь D5, да, добавим с темпом. Нападем. Висит здесь. Тут подвисает. Все подвисает. Так, цвет какой-то, да? Темновато, по-моему, нет? Как видно, напишите, нормально ли нет. Если нет, то, может быть, сейчас свет надо будет включить. Как-то это пасмурно. Так, конь Е7, ладья Е7, ЕД, СД. Там слон подвисает, но могу съесть. Могу съесть, потому что на этот ход там ладья висит, да? Давайте просто с лишней пешкой, наверное, получается. Съедаем. Иногда хочется и большего, но с другой стороны, почему бы и нет, с лишней пешкой. Центрально играть неплохо. Здесь висит. Ладья должна защищать слона. Так, пошел. Так, пошел. Ну, пора, наверное, F5, что ли, сходить. Что-то надо этого слона-то открыть. Туда. Так, слон связан, кстати. Слон связан. Что насчет хода F6 уже? Конь F6, ладья F6. Пожертвовать можно там. Качество. Но, с другой стороны, а зачем? Зачем жертвовать, когда можно не жертвовать? Я думаю, что можно, в принципе, сюда напасть и сюда как-то. Там, слон. Удлиняем диагональ для слона, да? Куда пойти? На D6 или на C7? Давайте на C7 пойдем. Сюда отошел. Так, на C7, кстати, зря я пошла, кстати. Так, о птичках-то. Я не то сделала. Ладно, сюда. Времени нет думать. Так, сюда. Вернусь. Ого! Время-то тикает. Да, но я тут наиграла, если честно. Я тут назевала немножечко. Хотя все равно вроде нормально все. На ладья d1, ладья d1. На ферзь e2 есть ход ладья d2, да? Но я немножко слонами своими запуталась. Вот. А если сразу ферзь e2, ферзь f2 я, наверное, пошла. Можно было, конечно, все получше сделать, я думаю. Да, хорошо, соперник сопротивлялся, молодец. Хорошо играл очень даже так. Вот, браво. Good luck. Thank you. Thank you, thank you. Так, следующая партия. Давайте вызывайте, пожалуйста, по 3 минуты или максимум по 3. Так, хорошие у меня тут серьезные соперники. С Андреем играем. Хороший соперник. Давайте, по 3 минуты без добавления. Что он будет играть? Ага. Давайте с b5 пойду вариант. Слон e7. Каталон c4 пока не дам. Пойти. Так, ладно, рокировка. c5 напрашивается, наверное, сходить. Ферзь c2. Интересный ход. Не поняла пока, ладно. Ферзь c2 какой-то ход интересный. Я такого не видела в таких позициях. Ушла назад. Коня на d7. Потом опять можно a4 поднапасть немножко. Так, давайте коня на d7 все-таки поставлю. Вот. Спасибо за игру. Вам тоже спасибо, Александр. Интересная была партия. Особенно, когда у вас стала плохая позиция, вы очень хорошо сопротивлялись. И заставили меня понервничать там в конце. Не все так было просто, да? Хорошая у вас была игра. Ладьи вышли, и контратака получилась. Так, опять. Сюда.
Сразу b4 или ферзь b6 сначала? Пойти, давайте ферзь b6 пойду. А, мы без добавления играем, надо не забывать, потому что в конце очень многое решается именно на флажке. Поэтому надо быстро реагировать. Ну, моя идея потом по линии c ладью поставить. Поле вот e4 есть, что, в принципе, неплохо так. Думает пока Андрей. Сюда. Как-то слон А6, кстати, хочется пойти, не знаю. Давайте защищу так. Захотелось пойти, чтобы потом конь C5. Так, конь C5 пойду. Ладьей. Давайте этой. Не знаю, мне нравится моя позиция пока. Пока мне нравится. Кажется, захватил так. И центр, и на ферзевом фланге вроде неплохо так все поставила. Посмотрим, что из этого получится. Так, сейчас А4 поджать можно, да? Давайте подожмем, потом слона активизируем. Сюда. Конь d3. Ага, такой ход. Конь d3. Ну ладно, надо назад. Слона давать не хочется, конечно же. А3. Так, ладьи поставим. Слон e3. Давайте сюда просто пока. Что у нас по времени? Чуть-чуть больше. Тут поля какие-то. Вот сейчас коня. А, вот конь e4. Давайте коня сейчас перекрутим. Убить нельзя. Да, сюда сейчас перекрутим фигуры немножечко. Ага. Так, ладно. Давайте, если готов два слона мне дать, тогда будем с двумя слонами. Так. Все-таки. Так, побыстрее подзащитимся. Все-таки два слона это два слона. Ага. Да, пошла, потом заметила. Так, ладно, теряется, похоже, да? Теряется. Так, интересно. Ситуация. Так, ладно, так пойду. Зевнула. Зевнула, ладненько. Будем сейчас соскакивать на ничью уже. Пытаться, по крайней мере, да? Но в разноцвете шанс всегда есть на ничью соскочить. Вот. Если повезет. Если повезет, шансы есть. Если повезет, шансы есть. Да, ну ничья получается, ничего не сделаешь. Ну, можно ничью, если соперник предложит, согласимся. Если нет, так нет. Будем флажки подрубать друг другу. Кто кому, да? Соперник хочет подрубить мне флаг, видимо. Ну, он не знает, что у меня опыт, конечно, мышкой двигать гораздо выше, да? А, ну, ничего мог предложить. Я бы, конечно, согласилась, потому что равная позиция была, естественно. Но я зевнула на b5. До вот этого момента мне казалось, очень хорошая у меня позиция, да? Вот здесь тоже, я не знаю, через d6 на d4. Так, вот здесь надо было о профилактике-то подумать чуть-чуть, да? Может быть, так пойти?
Чтобы на Е3... Может так пойти, чтобы на Е3 у меня хотя бы ладья Б8 был ход? Так-то. Какая оценка позиции? Сейчас быстро посмотрим, интересно. Да, оценка просто минус один, да? Достаточно большой перевес у черных, но надо конкретно было сыграть. Это зевок. Это зевок. Зевнул я просто на ровном месте. Так, я ничего предлагал. Ну, не знаю, я не заметила. Ну, ладно, было не принципиально, я думаю. Все равно безрейтинговую партию играли. Дружескую, поэтому. Так, ну что, следующее. Интересно было партия. Так. Давайте так пойду. Старандийская. Туда, да, пошел. Интересно. Так, тогда схожу. Hello, Karim, do you accept challenges from weak players? For sure I accept, because today I play against my followers, so I accept, so feel free to challenge me, I'm ready to play. Так, 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 так. Соперники сразу заставляют думать. Конкретная игра начинается, да, сразу же? С лету. С лету начинается конкретика. Так. Ну ладно, так надо, наверное, ходить. Так, наверное, надо ходить. Так, что-то я тут наиграла уже. Я уже наиграла. Слона отдавать не хочется. Ладно, отдадим. Блин, а я слона, что ли, потеряла? Что-то. Я слона просто потеряла на ровном месте. Так, проблема. Проблема. На ровном месте профукала. А, мне сегодня такие соперники тут подошли. Какие люди? Карина, привет. Здравствуйте. Так, это я должна так сказать, какие люди? Я же давно у вас не видела. Да, ну ладно, что, сдаваться надо, если я так быстро потеряла своего слона. Как-то не это. Не сконцентрированно в дебюте сыграла, да, сразу. Какие-то проблемы, еще Е3 пошла. Надо было все-таки пораньше думать. Экзотическая принцесса — это кто? Мне интересный вопрос. Так, играю с Сашей. Саша, ходите. Саша. Ждем Сашу. Саша здесь, он в чате. Но почему-то ход не делает, да? Отошел куда-то, видимо. А нет, вот подошел. Давайте так пойду. Для интереса. Здравствуйте, Игорь. Рад видеть. Рада видеть.
Пока так. Пока так. А потом так, да? Просто на развитие побыстрее. Он обидится. Я ничего не понимаю, год мог. Вы мне поясните, пожалуйста. Не понимаю, о чем речь вообще. Кто обидится? Как можно вообще обижаться? Особенно на меня, да? Так, у меня тут какое-то развитие неплохое получилось. Так вот. Играли, играли с Сашей и чего-то наиграли. Сейчас, если вторая ладья сюда придет, уже приятно. Вполне. Так, а может сразу, да, уже? А у нее слон там не потеряется, что-то ничего не боится. Ах, какой. Саша никакой бесстрашный. Все висит, нет? Король-то как будет жить? Так, мне спрашивают, добрый день. Возможно, вас уже не раз спрашивали, не планируете ли участвовать в ЛШС? Если честно, то нет. Не планирую. Как пойти? Хочется так, чтобы наиболее эффективно было, да? Конь Е4 сразу побить или нет? Так, мы играем что? А, у нас 2 секунды добавляется. Это уже другое дело. За флаг переживать не нужно, когда 2 секунды что-нибудь да придумаем. Так, ну просто хочется сразу. Ну вот как? Слон F5, конь D2. Надо что-то. Как-то тут. Время много, конечно, трачу, но хочется как-то эффективно сыграть. Все это, конечно, бесполезно, потому что в любом случае все вернется на круги своя какому-то такому ходу. Вот. И все, что я потратила столько времени, как бы ничего мне не даст. Так, ну что? Давайте так, что ли, пешку. Придется просто пешка всего лишь. Всего лишь пешка. А хотелось больше. Хотелось больше. Все, поняла. Год мог, поняла, о чем речь идет. Как-то не то. Ну, что ж поделать-то? Не знаю, у Бадура он чем сейчас занят-то, я не в курсе. Тот стрим с Бадуром был крутой. Но это было, да, это было уже больше, чем год назад. 2 года назад. Когда же это было? С Бадуром нет, с Бадуром я никогда не играл, поэтому... Так, с Айратом сыграем. Сейчас он свою бодягу расставит, как обычно. Каменную стену. Мы уже знаем, что ожидать от него. Поэтому как бы Айрат не удивит, как говорится. Жнем бодягу. Задумался. Ого! Это как это? Что это? Что это? Начал основные варианты, что ли, играть? Подготовился, подготовился. Ой, что за ход такой? Ну так, наверное. Наверное, так. Коню-то на d2 не место, я думаю. Я так думаю. Посмотрим. Куда, где ему место? Спокойно так. Да, у Бадура свой канал, кстати, есть. Кто соскучился по Бадуру, у него есть свой канал. Так что обязательно смотрите. Бадура. У него там весело не то слово. У него весело очень там. Так, возьму. Так, пойду. Так. Пока сюда. Играем с изолятором.
Играем с изолятором. Так, тут вот, кстати, подумать можно уже. Уже можно подумать немножечко, как лучше-то. Конь f4 прыгнуть. Или не прыгнуть. Еще b5 есть ход, тоже интересный. Интересно, кстати. Так, пока. Выбьем. Бадур на Твиче, да. Кто знает, скиньте ссылку, пожалуйста, на Бадура. Ну, вы можете сами, наверное, найти. Я ж, правда, не помню, как у него там называется. Точно. Как у него точно называется канал. Так, конь f4, а там что, пешку на g2 дают мне? Я, наверное, раз отдают. Чтобы не съесть. Или коня съем. Что-нибудь-то съем. Так, ферзь d2. Главное, посмотри, там ничего не висит. Нет, конь g2, значит, можно. Время есть. g6? В любом случае, как-нибудь пойду. Ферзь d5 могу еще тоже. Мат. По диагонали поставить. Позиция должна абсолютно выиграна быть у белых, по идее-то. По логике. Я не думаю, что у черных, точнее, я не думаю, что белые могут какую-то угрозу конкретно тут создать. Вроде все держится ж. Хорошо так. Конь на f6 есть, это уже классно. Так, ну что, конем вернуться? Не ошибка, наверное. Вернуться конем, наверное, не ошибка. С темпом, тем более. Да, теперь ферзь d5. Как сразу-то выиграть? Ощущение, что сразу должен быть выигрыш. Но я не вижу сразу. Так, 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 так. Ощущение. Ну ладно, так тогда пойду все-таки. Быстрее только чуть-чуть. Отойду просто. Очучение есть кое-какое. Так вы можете сыграть со мной, почему вы не играли-то? Сейчас можете вызывать на игру и сыграем без проблем. Так. Подождите, давайте так. Ну а быстрее ходить только что-то, время-то. Поджимает. Позиция, а время временем, да? Быстро надо двигать фигурки. Так. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Сюда, наверное. А, быстрее, 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 быстрее. Да, ну, успела все-таки. Могла, наверное, и раньше как-то поточнее. Но по времени там подсела, и уже надо было на прямулах. Посмотрим сейчас.
Не, ну тут выиграно, это да. Но где же... Вот здесь конь f4, когда перевела. Слон d5 можно было раньше пойти. g5 тоже нормальный ход, коня укрепить. Да, единственное, зачем ферзь h3? Я же ни на что не напала. Зачем я туда походила? Могла вообще туда не ходить. Да, ну здесь уже так. Уже быстро так пришлось ходить. Кони-то как стоят? Ферзь d5. Не, кони-то неплохо стояли. Чьи кони имеется в виду? Белых, что ли? Вы имеете в виду? Я думаю, что вполне неплохо они были. Карин, многие захотят играть с вами и общаться. Только надо регулярно. Так, ну регулярно, насколько возможно. Ведь стримы все равно же проходят. Вы можете и так вопросы задавать. Всегда я отвечаю на них. Поэтому и не могу сказать, что у нас дефицит общения. Мастер по рубке. Ну, не сказала бы, что по рубке, потому что здесь-то абсолютно выигранная была позиция, поэтому все логично закончилось. Просто в конце уже надо было на прямовых что-то надо было двигать, да, уже время думать не было. Так, играю с Андреем. С Андреем не первый раз мы тут уже. С Андреем мы не первый раз. Французская. Перевернутая французская получилась. Весьма забавно, да? Давайте так пойду для интереса. Так пойду. Раз поле g4 появилось, я попытаюсь его использовать. Всех приветствую. Здравствуйте, Артём. По 2 секунды сейчас добавляется, кстати, слову. Слово добавляется 2 секунды. Так, пойду пока. Слона решил разменять. Ну, разменять... А, я ж конем бить-то не могу, я забыла. Так, если я не могу бить конем, с чем мне бить? Ладно, так пойду тогда. Да, мне сегодня серьезные соперники достаточно периодически бывают. Мне приходится думать. Я сегодня не рассчитывала, что мне придется очень, очень много думать. А меня тут напрягают зрители. Такие они. Хотят заставить меня напрячься. Ну, правильно, что. Здравствуйте, Александр. Хай. Роллер-костер. Nice to see you. Так, пошел конь. Конь пошел по полям, куда-нибудь, куда пустят. Куда пустят, туда он и пошел. Куда-нибудь внедриться, вилку какую-нибудь, может быть, удастся сделать. Может быть. Так, ну что у нас там в чате? Пообщаться? Кто там у нас? Юрий хотел пообщаться. Юрий, давайте пообщаемся. Задавайте тему, обсудим. Но лучше, конечно, шахматную, я все-таки думаю, тему. Так, что-то Андрей думал, а в итоге все равно вилку прозевал, да? Эх. Андрей, надо поля укреплять. Зато сейчас быстро. Сейчас мне флаг будет рубить. Ну не, у нас 2 секунды было добавление, поэтому рубить, конечно, уже тяжеловато все-таки с таким контролем. Ну, я думаю, что надо побить. Так, я думаю, что коня надо поставить куда-нибудь. Хотя зря на f6 поставил коня. Ой, на g4. Сначала ферзь d7 лучше было пойти. Наверное. Так, а если я ладью и туда, меня хочет заловить. Давайте для интереса-то все-таки зайдем. Куда пускают? Ладью активную заведем. Там подумаем. Щитим.
И что-нибудь так. Женский гран-при начинать с Карины, за кого болеешь? И еще кого независимо, за кого болеешь? Так, не поняла эту фразу. Еще не, за кого независимо? А, за кого болею на женском гран-при? Если честно, абсолютно не за кого. Мне абсолютно все равно, кто что там займет. Ни за кого я не болею. Но хочется пожелать удачи Алине Кашлинской. Вот за Алину порадуюсь, если она хорошо сыграет. Так что болею за Алину тогда. Вывод такой. Вывод простой. Болею за Алину Кашлинскую. Так, да, ну здесь конь уже по полям прошел. Молодцы, наши женщины сражаются как львы. Интересное выражение, конечно. Женщины у нас такие, да, боевые. Сражаются как львы. Это на Твиче такой этот. Такой это. Ремарку такую. Кстати, сегодня первый тур. Я не знаю, сейчас они уже начали играть или нет. А, нет, наверное, еще не начали. А может, уже и начали. Во сколько там? Начало в 3. Трон. С троном сыграю. Карина играет в гран-при. Карина вот играет. Гран-при или чес? Гран-при или чес Карина играет. Так. Давай тоже так. Тони. Шах. Да. Я желаю, чтобы у вас было много подписчиков. Спасибо. Юрий, я надеюсь, что вы не просто желаете, а еще и подписались тоже. Вот на это я надеюсь. Потому что многие желают, но не подписываются, знаете, а потом... А потом как бы, ну что, пожелание это хорошо, а зрителей не хватает. Поэтому надо не только желать, но и действовать. Призываю вас всех наконец-таки это сделать. Так, ну что-то меня зовут с королем на Е2 не нравится мне все-таки. Передумала я с королем на Е2 играть. Все-таки это как-то... Это пусть Магнус с Хикару там играют, а мы будем с королями где-нибудь в нормальном месте, да? Карина, будешь комментировать или играть? Ну, играть, понятное дело, я не буду, потому что я должна быть там, да, чтобы играть. Вот. А комментировать я не знаю просто. Нужно ли как бы это вам? Потому что это занимает очень много времени, конечно, комментирование. Один тур там по 5 часов, да, может длиться и непонятно пока. Может быть, какой-то обзорчик сделаем, или, может быть, вот с Нино обсуждение сделаем. Потому что бывает интересно так мнением поделиться насчет турнира. Так, ну давайте, тоже мне надо коня куда-то в игру. У нас тут закрытые позиции и такие темные игры. Темные игры. С троном у нас темные игры идут. Маневрируем. О, рокировку я сделала, ура! Я сделала рокировку. Не прошло и 18 ходов. Солнце 4. Так. Надо. Вперед из песни, мне кажется. Надо вперед из песней. Правильно, надо подписываться, а не только желать. Все правильно. Спасибо за понимание. Так, ну я-то... Это жертва пешки у меня была намечена. Для вскрытия игры. Так, а что там дальше будет? Сначала делаю, потом думаю. Ну что ж, бывает. Так, сейчас что-то, да? Ладейку качество съедим или чего там? Или мат, может быть, поставим? Ну что ж,
Начнем, как говорится. Сначала тут. Вскрытие. Вскрытие покажет. Так. Может быть мат, слон h3 шах. Чего даст? Король на e7, слон c5. Он еще уходит. А я там съела. Конь e5. Верю, что могу съесть что-то большее, чем качество. Ну, ладью чистую, может быть. Наверное, чистую ладью даже могу съесть. А так чистая ладья зависает в конце-то. Так. А, на стриме. На стриме, да. На стриме я готова. И играть. На стриме все. По всему готово. Ого! Время пролетело незаметно. Ну ладно, 2 секундочки наше все, да? Это. Флаг не уроним, я думаю. Как-нибудь с лишней ладьей это, наверное, получится все-таки выиграть, если вот так еще. Слона съедим. Да, трон играл. Играл творчески, да? Король Е7, по Магнусу, король Е7. Нет, это даже не по Магнусу, а по Хикару, Он же так играет в основном, Магнус-то. Так, очень редко все-таки. Это же дебют Хикарушки. Карина, Роман Овечкин считает, что все, кто играет Энгунда и выигрывает, это читеры. Что думаешь? Не знаю я насчет Энгунда ничего. Поэтому ничего не думаю. Я даже не знаю, это что за гамбит вообще, как он получается. Что за гамбит такой? Энгунд. Так. Да, за Валю, кстати, тоже можно поболеть. С Валей скучно не бывает. Если Валя играет в турнире, значит, будет весело. Поэтому... Просто с Алиной мы вообще играем в этом. В Бундеслиге вместе. В одной команде, поэтому мне приятно за Алину поболеть. Бундеслиги вместе, в одной команде. Мы уже очень много лет играем с ней. В одной команде в Бундеслиге. Так, куда-то скачу конем. Давайте отсюда шаг дадим. Для разнообразия. Сейчас как-нибудь заматуем, да? Как мы тут матуем? Не вижу пока. Вот сейчас как-нибудь. Мата-то нет. Чё я? Куда я его? Погнала куда-то, а мата нет. Ладно, вернулась. Передумала. Передумала. Мата-то, оказывается, и нет. Ну ладно, и пешка не прошла. D4, E5, DE, конь C6. Ну, что, как бы, что я должна сказать про этот гамбит что-то или что? Не знаю, я такой гамбит не играю, понятия не имею. В этом гамбите творится. Ну, единственное мнение Романа Овечкина, оно давно достаточно авторитетное, я считаю. Я Романа знаю, в принципе. Он... сильный гроссмейстер, специалист, тренер и достаточно авторитетный человек в шахматном мире. Поэтому к его мнению можно прислушаться, так скажем. Вот. Добрый день, здравствуйте, Ник. Ну что, кто там еще? Так, с этим мы уже здесь играли с товарищем. Давайте, Дилмонд.
С Дюмандом сыграем. Ольгу давно не видно на стриме. Кстати, надо вообще написать ей, где она. Я, если честно, даже не знаю, где она сейчас, Ольга. И так периодически общаемся, но последние новости я не знаю. Спрошу. Может быть, кстати, позову ее. Да, как-нибудь она найдет время. Что-нибудь организуем. Контргамбит Фалик Бейера. Ох! Вы все названия знаете, да? И мне расскажете. Не, ну эти гамбиты, я не знаю, такая муть, если честно. Нет, играть можно, я ничего не говорю. Играть можно любые гамбиты, какие хочешь. Но, если хочешь прогрессировать в шахматах, то это тупиковый путь, я так скажу. Тупиковый путь учить гамбиты только и играть только их. Прогресса в шахматах не будет, это точно. Таким подходом. Ну, а чисто на блиц кого-нибудь обыграть там вполне нормально. Вот. В зависимости от того, что вообще нужно. Поэтому я в своей жизни нормальные шахматы, да и в блиц, и в рапид никогда не играл. Гамбиты никакие такие. Ну, там какие-то я знаю, конечно, что-то можно применить, но только те, где есть какое-то вообще рациональное зерно хотя бы. Такое более-менее. Просто потом появляется привычка играть косо-криво, да, и в какой-то момент перестаешь прогрессировать, потому что не можешь нормально уже мыслить. Мыслишь только вот какими-то ловушками. И привыкаешь к тому, что вся стратегия строится на том, чтобы человека просто поймать какую-нибудь ловушку. Зачастую, кстати, даже не самую сложную. Вот. Поэтому, на мой взгляд, такое дело. Не лучший подход, так скажем. На самом деле прогресс начинается тогда, когда хорошо изучаешь уже именно стратегию. Ну, это уже после того уровня, когда вы тактику перестаете зевать. Ну и эндшпиль. Очень многие просто недооценивают значение эндшпиля, я бы сказала. Даже среди моих учеников многие, знаете, не хотят там эндшпиль учить. Лень им, кажется, скучно. Но они просто не понимают, насколько больше можно очков набирать просто в эндшпиле, в равном абсолютно. Ну, я думаю, вы и на моем стриме видели периодически, как это бывает. Ну, и я какие-то эндшпиля проигрывала более сильным соперникам или тем, кто лучше меня понимал какой-то эндшпиль. Ну, и также у меня получалось выигрывать тоже. То есть позиция вроде равная-равная, а потом хоп, и проблемы начинаются у соперника. Вот. Поэтому это такое дело. Я считаю, что для прогресса надо вот все-таки эндшпилем больше заниматься, уделить этому внимание лучше. Нет, почему же? Вы можете продолжать играть Best Movie. Вот, вы можете играть этот гамбит, просто вряд ли вы будете сильнее играть вообще в общем целом. Так, пойду. Ну, на самом деле, любителям, в принципе, что угодно можно играть, поэтому я не вижу проблем каких-то. Не переживайте сильно. Играйте любой дебют, который хочется. Проблем нет никаких. Так, он блок выстроил, да? Блок выстроил. Как мне это пробивать теперь? Все дело. Не знаю. Вот королевский гамбит можно попробовать. Да. Королевский гамбит это на все времена. Столько лет он жив, так скажем. Столько лет его применяют, поэтому. Так, все как-то так получилось, да. Я неправильно позицию эту разыграла, и видно, что абсолютно ничего в итоге не получила.
Где-то я промедлила. Ну, в общем, что-то не то явно сделала. По идее, позиция, конечно, должна была получиться получше гораздо, чем то, что есть. Ну, ладно. Будем играть, что получилось. Что есть, то есть. Рады тому, что есть. Так, что мне кто-то тут пишет? Стоп. Важный моментик. Так, время-то есть? Ай. Так, сейчас. Извиняюсь тут. Отвлекаюсь. Надо ответить просто тут мне срочненько. Так, пойду. Играть, но не охота, чтобы себя считали нечестным, если играешь криво. Я думаю, что там были другие основания для такой мысли. Я думаю, что суть была не в этом, поэтому. Так, пойду. Победа! Все-таки получилось, да? Пришлось по второму разу как-то выигрывать. Так, шаман. Шаманом играем. Только зарегистрировалась, что ли? Новый ник? Ну, понятно, только зарегистрировалась. Надеюсь, не читерит. Обычно все эти новые ники это тех, кого банят, и потом они заново делают себе новый ник. Обычно так это бывает. Так вот. Thank you, Karina. I was Dilmont. You played. Thank you too, Dilmont. You played quite good. You know. I think I had good position after the opening, but then, you know, you played really good and it was very unclear. Was not so easy at all. So, good game. Thank you. Да, против сильных соперников согласна, особенно чувствуется разница в эндшпильном мастерстве. С вами соглашусь. Кто сильнее в эндшпиле, тот и зачастую выигрывает на высоком уровне. Ну и Магнус вы можете заметить, да, как людей переигрывает. Позиции равные-равные, а потом хоп и все, и конец. Так... Что делать? Пешку пока съесть я не могу, ну и не надо. Да, ну я, кстати, заметили, что у меня что не партия, то против изолятора я играю сегодня. Так получается. Ну не знаю, вот эта пешка на H4. Что она там? Что-нибудь, да, придумаем. Что-нибудь да придумаем мы. У нас, кстати, 2 секунды, когда добавляется, как-то легче дышится. Нету это паники не наступает никакой, да? Потому что все-таки 3 минуты это такое дело. Перестучат и уже. Так, ну что-то надо поменять. Или ничего пока не надо. Может, лади поменяем? Карин, ты не играла с Ильей Левитовым? Нет, никогда не играла с Ильей Левитовым. По-моему, он в турнирах-то не участвовал нигде. Я, по крайней мере, не видела такого. Чтобы он где-то играл вообще. В турнире имеется в виду.
Поэтому я у меня не было нигде с ним возможности сыграть. Так, что-то я-то 2 секунды, про свои 2 секунды тут все так обсудила хорошо. 2 секунды, 2 секунды. Но они могут тоже закончиться когда-нибудь, да? Когда-нибудь и они закончатся. Поэтому надо быстрее все-таки. Не знаю, мне моя позиция нравится, в принципе. Нормальная позиция такая. Изолятор-то ничего вроде такого пока не дает моему сопернику. Так, прыгну. Уже 6 поставим, наверное, пока. Давайте центральную пешку съедим. Ой, там же мат. Конь Е5 же не может вообще ходить. Вовремя передумала. Вовремя передумала. Давайте просто побьем. Кстати, может, конь F3 тоже проходил сразу. Там на H7-то, я не знаю, GF, король F8, слон H6, там что-то надо было считать. Ну, может быть, конь F3 я могла сразу побить, чтобы не было у него никаких возможностей. Так. Какой-то ход нашел, смотрите. Прикольный, ладно. Что-то должно упасть все-таки. Быстрее только. А, там же съесть нельзя. Это моя мантра. Моя мантра быстрее. Так, что-то мне не нравится шах. Зевнул, да, все-таки? Или нет? Разноцвет, шах. Разноцвет – опасное дело. Шах. Зачем? Кто же его знает? Зачем я дала шах? Фантастическая глупость, но ничего страшного. Король на F4 выходит. Шах. Шах дала, наоборот, его короля так подвинула на нормальное место. Фантастику. Что-то я не то делаю. Не факт, что выиграю уже. Ёлки-палки, что за ход опять? Что какую-то глупость делаю? Не могу. Ничья получится. Назевала. А нет, смотрите, он тоже тут кое-что не увидел. Сейчас мы еще посмотрим. Не, все равно ничья. Хотя, да, ничья, видимо. А, нет, сейчас мы еще попробуем, знаете, тут не все так очевидно. Такой ход есть. С двумя пешками буду играть. Не все так просто, не все так просто. Хоть и разноцвет, но есть некие проблемсы. Посмотрим, может получится что-нибудь.
Разноцвет такой делаю, все-таки коварный. Так, пока. Шах. Не, ну ничего, конечно, я тут соглашаться не буду, потому что только я могу здесь выиграть, это понятное дело. Притом шансы есть определенные, я думаю, это сделать. Определенные шансы имеются. Так, шах. Можно вроде. Ага. А еще прорваться надо. Зря я поставил пешку на Е5 раньше времени. Чё, посмотрим еще. Все, пришла в обход. Должна побеждать, наверное, нет? Должна побеждать. Пешка проходит, по-моему. Остановить не может на этот ход так. И проходим. Так, а здесь так просто, да? Или как? Король F2 тоже, наверное, проходишь сразу. Сейчас посчитаем. Да, король F2, наверное. Победа. Ну, разноцвет очень хитро делает уже. Не первый раз такая мысль есть. Сама я очень много их проигрывала тоже. Казалось, ничья битая, а потом хоп, и никакой ничьи даже близко нет. Такое это дело. Вы мне ловушку поставили. Да, мат, видите, интересная позиция. Даже несмотря на то, что я пешки отдала при ладьях, вот здесь нашелся очень сильный ход, что вторая пешка потерялась. Иначе разноцвет-то был бы абсолютно ничейный. Вот. Вот здесь нашелся сильный ход такой, чтобы хотя бы пешку Е5 еще съесть. С одной-то пешкой, понятное дело, ничья как угодно будет. А с двумя можно еще создать угрозы сопернику. Так, ладненько. Давайте еще партии несколько сыграем. Напомню. Так, что тут у меня? У меня там на Твиче что-то было. Молодец, Карина, вперед. Спасибо. Я что-то Твич это, да, немножко пропустила. Хай, хай, хай. Пропустила я слегка, что там на Твиче было сообщение. Добрый вечер всем. Здравствуйте, Сергей. Так, ну что, еще поиграем чуть-чуть. Напомню, вы можете поддержать канал лайком, донатом, ну или просто подписаться. Вот. Я думаю, нажать кнопку красненькую «Подписаться» несложно, а это все-таки дает некоторые плюсы для канала. 3+2, нет, извините, 3+2 не играю, длинно, контроль. Давайте с Муратом вот сыграем. Так, давайте Мурат посмотрим, как будет на этот гамбит реагировать. Да, Мурат все знает, наверное. Нет, не все знает. D4 надо ходить, а не D3. После D3 проиграно. Здесь. После D3 должно быть просто проиграно. Так, шаха начнем. И так. Так, интересно. Какой-нибудь хотел удар нанести.
Ферзь А2 можно, ферзь А2 пешки покушать. Для жадных. Что-нибудь побольше нет? Интересно, какой-нибудь вариантик там. Взять. Непонятно. Ферзь F3, GF, F5. F5. F4, что ли, пойдет? Ладно, съем тогда пешку я. Все-таки для жадных. Сыграем так. Ну, тут что-то как-то... Что-то хотелось большего, да, такой позиции. Но не получается. Чего-то большее. Рокировку он сделает. Так-то он рокировку успел сделать. Так. Ладно, надо развиться уж, чё ж теперь. Развиться. Все равно к этому сводится. А чё по материалу-то? Одна пешка у меня лишняя. Если будет две, уже будет хорошо, да. Так, может взять на d2, ну что-то. Или конь d4 может пойти тогда. Люблю я подумать, конечно, о смысле жизни. Ладно, пойду. Все-таки так. Король c1. Не, ну там-то может и ничейный эндшпиль. Я и не спорю, что то, что уже получилось, он может быть ничейный. Но просто я к тому, что очень тяжело бывает. Ничья-то ничья, ты как бы вроде как знаешь, чувствуешь, что это ничья, а потом просто получается, что а попробуй ее сделай. Вот у меня несколько раз так бывало. В разноцвете. Кажется, ничья-ничья-ничья, а потом хоп, и никакой ничьи даже близко нет. В этом плане разноцвет очень хитрый эндшпиль. Хотя говорят, да, разноцветы ничейные там. Так еще надо сделать ее. Не всегда получается. Так, пора бы что-то. Что-то это значит защитить. На самом деле. Что-то это значит защитить для начала что-то. Так, задумалась. Опять сюда вернусь. Разменяемся. Я не переживаю насчет эндшпилей. Делаем профилактику. И коня поймаем. Коня поймаем. А, без добавления играем. Да, слушайте, я забыл, что 2 секунды-то не добавляется. Надо, наверное, все время с одним, да, контролем играть, потому что в какой-то момент просто забываешь. Абсолютно я позабыла про это. Сейчас проиграю. Да, ну в конце Мурат решил использовать трюк блицоров. Да, надо быстрее было играть. Надо, наверное, один установить контроль времени, потому что в какой-то момент просто не понимаешь уже, с каким контролем играешь. Вот. Я так разговариваю, да, там, без добавлений. Без добавления играю так. Все обсудила. Но бывает. Ну вот сейчас, видите, опять 2 секунды. Да, сделаем, наверное, какой-то фиксированный в следующий раз. Когда игра со зрителями будет, фиксированный контроль времени. Потому что тяжело просто в какой-то момент
забываешь. В какой-то момент просто забываешь, что ты, что там происходит. Так, все по теории. Все по теории. У меня тут соперники все дебютные специалисты. Вот. Дебютные специалисты у меня. Соперники. Знают даже больше, чем я, наверное. По крайней мере, в своем варианте, да, я не повторяла давненько что-то. Четко не помню, как там. Правильно. Да, подучить надо, это точно. По дебют-то выиграно абсолютно было. Ну и в конце, но кого это интересует? Я просто не ждала, что... Забыла я про то, что мы без добавления партию играем. Поздно вспомнила. Надо было вспомнить хотя бы секунд 30, когда было. А когда 5 секунд, мне кажется, какая бы позиция ни была, шансов вообще нет, наверное, да? При таком количестве времени. Ой, ну это сейчас будет приятно, наверное, потихоньку это играть. Так, пешка не пешка, пешка лишняя, это приятно. Пешка лишняя. И здесь еще провиснет. Да, либо с добавлением, либо нет. Ну, я согласна. Надо какой-то регламент как бы продумать. Как-то, чтобы было все четко, да, без каких-то этих неожиданностей. Да, в следующий раз, может быть, какой-то четкий сделаем регламент. Чтобы одна секунда добавления, допустим. Любой контроль с одной секундой добавлением. Вот так можно попробовать. Так что так. Это не принципиально особо-то. Особо-то не принципиально, конечно. Как сыграть с вами? Вызывайте, пожалуйста, на... Ой, сейчас смотрите, какая красивая тактика. И вилка. Вызывайте на Личес, Карина Чес 1-1, ник. Может быть, успеем сыграть, хотя времени уже маловато. Тут вызовов-то много. Вот. Ну, я подряд иду с теми, с кем еще не играла сегодня. Так, мой соперник ушел. Ладно, ждать не будем. Вот сейчас опять без добавления. Но я сейчас уже обратила на это внимание, поэтому не буду долго разговаривать много. Не буду. Так, сыграем поактивней, чуть-чуть. Так. Давайте это пешкой. Все-таки побью. Веселый стрим сегодня. Уж не знаю, чем он веселый. Наверное, партиями, да, нашими? Веселый стрим партиями. Так, мне, кстати, отдали пешку. Наверное, она меня не волнует, да? Я имею в виду на b5, там ладья b8 как-то. Зачем у пешки? Шахматы – это не игра в пешки. Это игра фигурами в том числе, да? Хотя пешки шах... Пешки души... душа шахмат, да? Hi, Karina, will you play bullet title agenda today on only chess? No. You know, I decided not to play. Tournament in bullet, you know? I don't want to spend three hours of my life for this.
I will not to play. Так, что мы там по белым полям? Мат попытаемся поставить. Может, профилактику сделаем? Профилактика наша все. Никаких рентгенов, чтобы не было. И так далее. Куда пойдем? О, мне там кто-то дизлайк поставил. Наверное, тот, кто сыграл со мной партию, да? Сыграл партию и поставил дизлайк. Это по-нашему, как говорится. Yes, before I played Title Arena, but then I decided not to play. Because, you know, there is no woman prize anymore, and I don't want. Just I don't want to spend my time. I don't know. It's really, really bad. Так, ну что, качество, 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 или что-то большее? Как пойти? Какой-то мат. Хочется поставить. Может, так сначала сыграть? А потом мат. Универсальный контроль 3 плюс 2. Да, 3 плюс 2, но тогда мало партий удастся сыграть, даже за полтора часа. 3 плюс 2 мало возможности сыграть, поэтому... Надо какой-то, я не знаю, 2 плюс... Ну, хотя бы 3 плюс 1 можно попытаться вот таким контролем. Чтобы и по времени все было нормально, и по игре, да, как-то все более логично было. Ай, так, что такое не висит? Шах, что ли, дать? Мат по первой горизонтали, главное не зевнуть, чтобы не было очень. Чтобы больно не было, надо сделать форточку. Так, на английском. А что мне предлагает Александр на английском сделать? Я не поняла чуть-чуть. Карине только лайк. Спасибо, Андрей. Я вам тоже лайк ставлю. Виртуальный лайк отправляю вам. Спасибо. Не, многие просто расценивают, что вот там игра со зрителями, стрим. Многие расценивают, что это как само собой, знаете. Вот мне делать нечего, я думаю, дай-ка я стрим проведу сейчас. И немногие понимают, что как бы это старание для зрителей в том числе. А не просто потому, что мне делать нечего, я решила сейчас вот сыграть. В субботу днем. Просто так, со зрителями, с, в принципе, с которыми мне неинтересно играть, да? С точки зрения шахматной. Если так откровенно говорить-то. С шахматной точки зрения, конечно, мне это неинтересно. Что тут рассуждать? Так, ну давайте, последнюю партию. Последнюю партию с тем, с кем не играла. Покажите очередь. Ну, мы уже полтора часа играем, сейчас заканчиваем. Последняя партия на сегодня. У меня сейчас урок через 15 минут уже. Вот. Сегодня так, на полтора часа получилось максимум. Ну, опять же, повторюсь, вы подписывайтесь, лайки ставьте обязательно. И как только 4000 мы соберем, сразу же будет праздничный стрим. Это уже будет не на полтора часа, естественно, а на дольше. И будет, я думаю, интересно. Многие успеют сыграть больше, чем сегодня, да, потому что сегодня это так, мы так, для разминочки. Потому что давно не играли, меня зрители попросили, сказали, когда же будет игра со зрителями. Я поэтому на это, как бы, решилась. Вы писали, что сдали экзамен. Да, я сдала экзамен на А2. А2 – испанский язык. Вот. Скоро у меня будет стрим на испанском. Первый. Я думаю, летом уже
созрею на это. Для стрима на испанском языке. Будет у меня международный такой канал. Вот. Так, у нас в очередной раз такой тип позиций, да, получился. Сегодня что не партия, то получается против изолятора позиции. Как-то интересно получается так. Двоечница. Да. Двоечница, не двоечница, не знаю. Оценки не имеют значения, понимаете? Тут ты либо и говоришь, либо не говоришь. Какая разница, какие оценки, если ты говорить, да, не можешь. В этом деле важно разговаривать, конечно. Так, ладно, рокировку. Кто поставил второй дизлайк? А вот и третий, но я не переживаю, пусть ставит. Кто-то обиделся, наверное. С кем? О, четвертый. Во, пошло-поехало. Я думаю, ставят те, кто с кем я не успела сыграть. Ну уж извиняйте. Я ничего с этим поделать не могу. Время ограничено все-таки. Время ограничено. Это, знаете, это ставят те, кто не это. Вообще участия в моем канале никакого не принимает. Они просто случайно сюда зашли и хотели сыграть. Притом, зашли 2 минуты назад, хотели сыграть, но я сказала, что я не могу уже сегодня. И они сразу начали ставить дизлайк. Вот такая была ситуация. Не новая. Не новая ситуация, поэтому ничего страшного. Подленькие люди кто-то написал. Ну, кто хочет, как бы, тут и ставит. Мне вообще все равно. Какая мне разница-то? Ставят они свой дизлайк, не ставят. Восемь, девять. Давайте, давайте, жмите! Жмите! Жмите свои дизлайки. Десять. А почему не в настроении? Нет, я в отличном настроении. Я не знаю, почему вы так думаете, Александр. У меня настроение хорошее. Девушкам ставят только девушки. Не знаю, не знаю. Есть, знаете, такие жены-ненавистники. Па-па-па-па-па-пам. Что делать-то? Надо о партии немножко думать тоже. Как-то. Надо думать о партии. 10 девушек на стриме. Я недавно была, Евгений, здравствуйте. Я недавно была. Только приехала 2 недели назад. Так, о, конь пошел какой. Ну ладно, ничего, будем мириться с ним, что делаешь-то. Конь сильный, да? Ну, хотя, в принципе, иногда он бывает очень неприятный такой, вот когда конь так на d6. А иногда это и ничего такого уж страшного. То есть конь-то что делает? Он, в принципе, кстати, назад даже выйти не может, а тут так и будет там стоять. Поэтому, может, и не смертельно, пусть стоит. По-разному бывает, что иногда конь там неприятная эта фигура, а иногда и ничего страшного даже. Сюда пойду. Понападаю сейчас на что-нибудь. Или, может, конь f3 пойду. А, кстати, конь f3 сразу был ход у меня интересный такой. Почему я так не сходила? Я даже не знаю. Да, сразу конь f3. Так, ну сюда напасть надо.
РД4. Пора, пора, конь F3 прямо. Пора. Сейчас мат будет просто. Сразу, да? Сразу мат уже ставлю. Все-таки конь со слоном и с ферзем, они все вместе неплохо так взаимодействуют. И мат следующим ходом. Так, что тут мне пишут? Гросс или мастер надо обыгрывать на стриме, а на стриме надо показывать красивую игру. А что вы, Ник, считаете, что моя игра неинтересная? Я думаю, что нормальная. Вполне. Главное, чтобы результат тоже приносило, потому что если ты играешь всякую муть, а потом у тебя не получается нормально партию закончить, то какой смысл? Не надо вообще обращать внимание на это ерунду. Спасибо, Борис Аронович, за поддержку. Так, вы были в Казани, а Петербург не побаловал своим присутствием? Не знаю, Евгений, пока нет у меня планов. Петербург. Не знаю, когда я доеду. А, на самом деле, как-то один год, и у меня прям подряд все турниры были в Петербурге. Я там за полгода, наверное, раз четыре была. Вот. Но сейчас что-то ничего нету пока там такого. Я из Питера как раз. Я рада, ну вот, можно устроить встречу в Петербурге как-нибудь. Спасибо, Карин, ты лучший стример. Спасибо, Саш, спасибо огромное. Вот. Спасибо вам. Ну ладно, будем заканчивать. Сейчас уже скоро занятие, через 10 минут. Спасибо всем. Я думаю, сегодня были интересные какие-то партии. Вот, пообщались немножечко. В принципе. Вау, Карин, you are the second VGM I have ever played. I have played about 30 games. Вау, Рунук. That's funny, that's funny. But you're always welcome. Come to my stream and we'll play more. Карин, топ-3 сильнейших шахматистов в истории по вашей версии. Каспаров, Карсон и Фишер, наверное. Всем мат. Хороший. Хороший этот, как его, итог. Всем мат. Ладно, спасибо вам большое. Рада была видеть. Вот, обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписался. Лайки тоже ставьте. Ну, там 20 дизлайков кто-то понаставил, это не проблема. Случайные люди попали на стрим и, как всегда, обиделись на что-то. Поэтому это их проблемы, да, как говорится. Как сказал один известный спортсмен, их ожидания, ваши ожидания – это ваши проблемы. В этом случае можно эту фразу процитировать. Вот, ну, обязательно сыграем еще. Всех рада была видеть. До новых встреч!